Сколько нужно для начала инвестирования? И вот вам лучший индикатор скорого наступления очередного краха мировой экономики. Конкретно сейчас ситуация по биткоину остается неоднозначной. Рад приветствовать на канале CoinPost. Недавно мы спрашивали у вас, нужно ли делать видео по финансовой грамотности, и вот он результат. Почти 70% проголосовали за, и мы не можем отказать нашим зрителям. Но чтобы такие ролики не получились скучными и были интересны всей нашей аудитории, мы будем подавать их в формате, максимально приближенном к суровой действительности и криптовалютам. Как, например, сегодня, когда нашей темой станет формирование капитала и покупка прибыльных активов по привлекательным ценам. Сигнал к тому, что скоро придет время активных действий, нам дал инвестор-легенда Уоррен Баффет, а акцент мы сделаем на покупке криптовалют. Сразу оговорюсь, что это видео не является финансовой рекомендацией, мы просто делимся своим мнением, которое может оказаться полезным при формировании твоей собственной инвестиционной стратегии. Присоединяйся к нашему сообществу, и вместе мы будем становиться как Уоррен Баффет. Мы начинаем! Небольшая вводная на тему финансовой грамотности, и начинать мы будем с самых азов. Я уже вижу, как многие пишут в комментариях, будто мы это и так знали и 100 миллионов раз слышали. И скажу даже больше, я слышал и читал про это правило неоднократно, но все равно применялись частично. Потому что знать и делать — это совершенно разные вещи. И раз мы уж решили вместе навести порядок в своих финансах и научиться их приумножать, то с нас информация, а с вас действие. Первый шаг — это с помощью приложения таблички в Google документах, файле Excel на ноутбуке или просто при помощи блокнота и ручки начать записывать все свои приходы и расходы. Меня, например, хватило на то, чтобы фиксировать поступления средств, основные траты и контролировать то, что уходит на накопление или инвестиции. Но в идеале нужно записывать абсолютно все. В том числе покупки в магазине вплоть до каждого товара. Зачем это делать? Затем, что когда пытаешься рассказать кому-то об инвестициях, в ответ слышишь, что у меня все равно нет лишних денег. Вот поэтому так важно хотя бы в течение 2 недель записать все свои траты, чтобы понять, на чем можно сэкономить. Вы удивитесь, но многие живут от зарплаты до зарплаты, причем денег нет уже в середине месяца, и потом приходится занимать до получки. Но при этом они выкидывают массу денег на утренний кофе по дороге на работу, шоколадки на кассе супермаркета, новую кофточку из последней коллекции и так далее. У каждого есть свой бездонный колодец, в который он методично отправляет деньги. Я не говорю, что нужно ходить пешком и питаться только водой и хлебом, но чтобы научиться приумножать свой капитал, нужно сначала создать первичные накопления. А сделать это можно лишь 2 способами. Первый – это найти возможность экономить деньги, а второй – это увеличить собственный доход. В идеале нужно применить оба подхода, но дополнительная работа упирается в необходимость тратить на нее время. А вот этот ресурс есть далеко не у всех, и контролировать свое время куда сложнее, чем просто записывать в блокнотик все траты, а затем отказаться от лишних расходов. Сколько нужно для начала инвестирования? В других видео на тему финансовой грамотности мы рассмотрим этот вопрос подробно, и вы удивитесь, когда узнаете, что начальная сумма может быть крайне скромной, даже 1000 рублей или ее эквивалент в другой валюте. Тут важно не со скольки начинать, а как все спланировать, чтобы деньги научились делать новые деньги. А чтобы ваши вклады были максимально эффективными, следует выбрать оптимальное время для входа на рынок. И следующий такой момент может наступить в ближайшие месяцы, ведь не зря сам Уоррен Баффет сидит по уши в наличке. Вот вам интересный факт. Активы инвестиционной компании Баффета в наличных сейчас составляют 122 миллиарда долларов, и это 60% от всех средств, которыми они располагают. Подобное распределение капиталов у Berkshire Hathaway было только в преддверии финансового кризиса 2008 года, после которого они активно покупали неприлично подешевевшие акции и даже целые компании. В качестве примера взглянем на акции Google, которые теперь правильно называть Alphabet. В декабре 2007 года они стоили почти 350 долларов, но с приходом кризиса в течение года они подешевели до 150 долларов, то есть более чем в 2 раза. Сегодня за акцию Alphabet дают почти 1200 долларов, ведь с декабря 2008 года они уверенно дорожали. Или возьмем другой пример интернет-гиганта Amazon. На графике мы можем увидеть сразу 2 кризиса.
Первый произошел в 2000 году. Это известный многим пузырь доткомов. Тогда цена акций варилась с 94 до 8 долларов, то есть подешевели больше, чем на 90%. Так что, когда вам кто-то скажет, что биткоин – это пустышка, потому что подешевел на 90%, можете показать им историю акций Amazon и поинтересоваться, не является ли эта компания тоже фейком. В 2007 году, как раз перед следующим кризисом, акции Amazon снова выросли до 94 долларов и затем упали в цене до 34 долларов. Но сегодня, спустя 11 лет после последнего финансового кризиса, они стоят почти 1800 долларов, то есть дали 52 икса или выросли на 5000%. Этих двух примеров достаточно, чтобы увидеть простую тенденцию. Самое выгодное время для покупки акций ведущих мировых компаний, так называемых голубых фишек, это завершение очередного финансового кризиса. И вот вам лучший индикатор скорого наступления очередного краха мировой экономики. Помните, мы делали видео о предвестниках финансового кризиса, где рассказывали о ситуациях в экономике ведущих стран мира и показывали технические индикаторы от Олесио Растани. Но так информацию получаем мы с вами. А вот у Уоррена Баффета есть целая команда аналитиков, которые уже давно просчитали все возможные варианты, и поэтому сегодня на счетах Berkshire Hathaway накопилось 122 миллиарда долларов. И они держат эти деньги не для того, чтобы их съела инфляция. Они заведомо выходят в наличие, чтобы покупать после того, как фондовый рынок рухнет. И если с акциями все более-менее ясно, то что делать с криптовалютами? Когда у них кризис, чтобы можно было покупать? Для ответа на этот вопрос хотелось бы вспомнить другой наш ролик, где мы рассказывали о портфеле радикальной инвестиционной защиты от Энтони Помплиано. Он советует держать 95% средств в наличных, чтобы инвестировать их после кризиса, а оставшиеся 5% направить в биткоин. Почему так мало? Смотрите, конкретно сейчас ситуация по биткоину остается неоднозначной. Первая криптовалюта появилась как раз после последнего финансового кризиса, и все разговоры о том, что когда рынок акций рухнет и фиатные валюты начнут массово обесцениваться, вот тогда цена биткоина улетит на Луну. Так вот, подобные предположения имеют достаточно сильную логику, но пока это лишь предположение, и как оно будет на самом деле, этого не знает. Но зато у биткоина есть своя история. За эти 10 лет он уже несколько раз ставил рекорды цены и делал богатыми своих инвесторов, а затем терял по 80-90% стоимости, чем жестоко наказывал тех, кто покупал на хаях и не мог позволить себе дождаться следующего параболического роста. Последний такой пик был в декабре 2017 года, и затем биткоин дешевел целый год, пока не опустился до 3200 долларов. В теории это и была самая оптимальная точка покупки за последнее время, но есть те, кто ожидает еще одной сильной просадки и установления нового дна. В таком случае это будет самая длинная криптозима, и она противоречит большинству теорий об изменении курса биткоина. Но чисто теоретически подобное возможно при стечении определенных обстоятельств. И как тогда быть? Я придерживаюсь позиции, что рынок перешел в фазу роста, но тем не менее готовлюсь к возможным непредсказуемым событиям. Поэтому при инвестировании в биткоин это не совет, а просто моя точка зрения. Логично придерживаться двух простых правил. Покупать только с прицелом на долгосрочные инвестиции, то есть по умолчанию я готов отказаться от этих денег на год, два и более. И покупать регулярно на фиксированные суммы, потому что в прошлое вернуться нельзя. А если сидеть и ждать, когда биткоин снова упадет до тех же 3000 долларов, то этого может не произойти никогда. И самое главное, чтобы получить прибыль, нужно не только купить актив, но и вовремя его продать. А в случае с биткоином, такой подход совершенно не противоречит идее перехода мировой экономики на криптовалюты. Объясню сразу после паузы, во время которой напомню о важности твоей подписки на наш канал и лайка под этим видео. Отдельное спасибо за репост и включенный колокольчик. Если исходить из правила, что со временем тебе просто не придется продавать биткоины, потому что весь мир будет использовать криптовалюту,
то почему бы сейчас не увеличить количество этих самых биткоинов в собственном кошельке? Допустим, вы начали покупать в марте по 4000 долларов, поэтому было вполне логично продать часть биткоинов по 12 тысяч во время параболического роста в июне и затем снова купить по 10 тысяч после коррекции в августе. Я специально не указывал минимальные и максимальные цены для покупки и продажи, потому что ловить их крайне сложно. Но цена никогда не идет только вверх или вниз, и на этой волатильности можно и нужно зарабатывать. Так вы получаете материальное вознаграждение за свои труды и при этом увеличиваете свои запасы биткоинов. Такой план максимально прост, но он действительно работает. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал CoinPost. Подписывайся и просвещайся.